нахуй сделали-то? Папа, ну а чё ты? Поджоги трясутся. Что я тебе могу сказать? То есть оттуда проехать можно через Крымскую? И боги стоят. Папа, страшновато, да? Ну, сыкотно, да, сыкотно. На лыжах сюда подъезжали. А, здесь мы были, да? Да. В таком контексте я не видела еще ключи чистят от ворот. Может, у них ключи от ворот есть. У меня как-то по этим будет дорожка на уже катался. Да. Чудо, пиздец, поэтому... У меня аж сердечко ёкнуло, блядь, нихера себе там глубина, блядь. Вообще? Прошу Вадимку вызывать. У меня тоже сердце в клетке убежало вообще. Макс. Я, наверное, на стол убежал. Слушай, ну резина-то нормально гребет. Ну вообще даже машина не поперхнулась. Фу. Тяжело тащить велик в город. Сейчас с таким усилием они сейчас шли. Девчина. Красота. Блин, смотри, как красотища. Офигенно. Какой район сейчас? Ирусский. Вон твой дом там. Ну, вон там, по-моему, это... Ну, прям, ну, дорога, да, большой мост. Зеленый, большой зеленый? Ну, да, это Маринкина, то чуть правильно получается. Офигеть, как тут залезли в такие бугры, пипец. Это не туда. Туда, туда. Офигеть.
машину, получается, на диагональном вывешенном ехал практически. Вот, рассказывай себе вообще. Ну так вроде еще не страшно. Сверху. Сверху. Помнишь, мы заводском-то тоже заезжали? Да. Крутая гора тоже была. Ага. Жесть была. Заезжать страшно было. Сыкотно было. А спускаться ничего так. Мы там спускались? Да, там спускались.